выставочный зал прямо в лесу. Эту фантастическую идею поддержало Министерство культуры Московской области, а осуществил Одинцовский округ. В данном случае вы видите абсолютный ленд-арт, то есть это когда искусство взаимодействует с природой. То есть природа – неотъемлемая часть, когда природа является доминантой, она диктует произведение. А паблик-арт – это искусство, которое публично, его тоже можно назвать паблик-арт, но, как правило, это в городе. В лесной чаще рядом с настоящими деревьями шестиметровые холсты с изображением елей и сосен. Галерея под открытым небом отлично вписалась в природное пространство, говорят художники. Мы подумали, что, ну, конечно, главный выход должен быть, то есть на природе, вот выход этой творческой энергии, которая все равно в нас как бы находится. Другой арт-объект – целых 250 метров красной ковровой дорожки. По замыслу, идя по ней, можно насладиться зимними пейзажами и при этом почувствовать себя настоящей звездой. Первые посетители уже в восторге. Эти инсталляции заставляют задуматься, у каждого свое восприятие. И приглашаем всех на территорию парка Малевича для того, чтобы насладиться искусством. Некоторые локации привезены из других объектов, которые уже летом пользовались большой популярностью. Ленд-арт-проект «Белый лес» будет работать в парке Малевича до 1 марта. Ну а к лету жителей округа тоже приятно удивят. Здесь откроют каскад прудов. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».